9 сентября 2012 года, утро, подъезжаем к Нячам. О, кладбище тут у них. Это вот утро, вот это Марина проснулась, завтракает, вот она кушает, завтрак. Утро добрым не бывает, это утро, вон, все уже на работу едут. Мы тоже прибываем. Вот. Да понятно, что подъезжаем. Она говорит, что благодарит за поездку. Было все хорошо. Поезд вовремя подходит к станции. Температура за бортом плюс 35. Облачно, дождя нету. Вот такой прогноз погоды по прибытию на станцию Нячанг. Станция Нячанг, она говорит, что находится в центре города Нячанга. К вашим услугам такси, мотобайка и мини, это велобайка, рикша. Ну это мужик, крутит колеса на велосипеде, а это можно впереди сесть. Но это удовольствие стоит в 2 раза дороже, чем на мопеде проехать. Вот это, вот видите, озеро, там чувак живет, у него флаг. Не знаю, видели. О, окно. Это граница, наверное, тут, приграничная зона. Ну ладно, покажу хоть маленько этот вагон. А то вчера темно было. Здесь же... Вот тут это микрофон. Это вот я. О, шкура облазит. Вот этот наш проводник. Подъезжаем, привет. Доброе утро. Good morning. Всем вьетнамскому народу мы. Вот тут написано у них банжур, банжур, банжур. Поезд купейный, как и у нас, на 4 посадочных, 4 кровати. 2 верхних и 2 нижних полки. Здесь вот умывальник есть. Вот тут красиво все. Детку. Это поезд. Тут автоматически открывается коробка. Тамбур, видите, тамбур, можно спокойно выйти, покурить, как говорится. Хотя пепельницы я здесь не вижу в тамбуре. А сейчас спросим у этого проводника, молодого. А вот девушка стоит где-то с тем этого, как его, с Палестины, Арабские Эмираты. No smoking, да? Ясно. Вот она, станция, подъезжаем. О, тетка стоит. Там палестинка стоит вся в челме. И села на почту. Она понять ничего не могла. Представляешь, дурачок полуголый с аппаратом в вагон входит. Вот, подъезд. Видите, как на всех вокзалах. Мусор, заборы, стрелка. Интересно, там тоже. Восемь часов. Ты билет свой забрал? Да, я свой забрал билет. На память? На память. Билет. Я все билеты коллекционирую. Так, прибыли в 5:33, 5:30. Вот с 8 вечера в 5 до 5:33.
сколько, почти 6, и там 4, 10 часов почти ехали. Да, все, собираемся. Все. Остановился. Прибыли.